Вижу. Что-то видно будет. Хозяин спрашивает, будет что-то видно или нет. Сейчас посмотрим. Вот приехал к нам новый красивый Солярис. И его вот так слегка побило градом. Машина учебно-тренировочная. Вот. Посмотрим сейчас. Поставим чуть-чуть. Посмотрим, какой тут металл и как он правится. Ну, тут и побило, и даже вот на дверях тоже побило. В общем-то, очень жалко смотреть на это все. Ну, посмотрим сейчас в лампе. Так, ничего не видно. Сейчас мы убавим громкость. Шутка. Диммер надо уменьшить. Вот я притушил чуть лампочку. И прям пиалька. Где прям в ряд. Как очередью побито. Ну, ямки тут прям высаденные. Вот. По три штуки к ряду. Вот. И больше вмятин. Да, печально. Честно говоря, вот страшновато за такое браться. И стойки, и здесь, да, вот видно. Так что, тут если пойдет все нормально, хватит, даже вот практически. Вот стоит машина, да, казалось бы, на боку, на излете. Вот, металл мягкий, как пластилин здесь. Вот, смотрим. Да, повреждения, конечно, очень-очень-очень. Много их. Они... И глубокие повреждения. Кучность большая. Зараза, а? Вот надо же было вот попасть. С другой стороны, ну не выкидывать же ее теперь. Так попало. Вот такой у нас капот красивый. Сейчас попробуем тестово поковыряться в свободном доступе. Вмятины довольно такие еще и острые, плюс ко всему. Вот, мало того, что много, вот я попытался подергать тут пару мест. Тоже особо чисто не выходят, поэтому буду делать крючком. И буду делать мягким крючком, либо с подмоткой, потому что метальчик здесь, я извиняюсь, очень-очень нежный. Очень отзывчивый на... крючок, особенно с острым окончанием. Тут
вариант такой, что надо очень нежно, потому что моментально срывается в накол. Ладно, начнем потихоньку работать.